Друзья, всех приветствую, меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас дульный тормоз-компенсатор от компании Belcord BCD42X5. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией Belcord. Он служит для модерации звука и уменьшения вспышки огня. Общая длина обозреваемого товара 163 мм и выполнен он из нержавеющей стали с матовым покрытием, а его вес 405 грамм. Обозреваемый ДТК подходит к автоматам АК, а также гражданским карабинам Сайга и ВПО калибром 7,62 на 39 мм. Он содержит внутреннюю резьбу М24 на 1,5, с помощью которой накручивается надульный срез оружия до упора. Если не получилось одеть дульный тормоз-компенсатор с первого раза, ничего страшного. В комплекте идет подробная инструкция на русском языке, а также две специальные шайбы. В стрельбе всегда хочется попробовать что-то новое, а данный аксессуар может тебе с этим помочь. А где его взять, сейчас расскажу. Приобрести данный товар можно у нас на сайте. Сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный аксессуар, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч.